Историю я сейчас вам расскажу. Это было на днях, вот подписчик приезжает сюда, а тут я в окно смотрю, толпа там собирается опять. Короче, выхожу из магазина, подхожу к ним, там уже все, торги завершились. Он говорит, вот издалека, и когда я дверь открыл, он меня видит, говорит, о, здорово, я, говорит, к тебе шел, типа, я твой подписчик. Я говорю, что, не дошел, говорю? Он говорит, нет. А, типа, подхожу потом, говорю, что продал? И он продал предмет, говорит, вот я вот этому и продал. Я говорю, покажи, дружище, ну, там, одному товарищу, говорю, покажи, что ты купил. Ну, предмет очень хороший был, говорю, давай 200 тысяч, хочешь, прямо сейчас даю я ему. Я уже с ним разговариваю, пока, ну, горячий, чтобы я успел это все купить. Я говорю, давай 200 штук прямо сейчас. И он говорит, хорошо, раз, чик, на, я ему 200 штук отдаю. И он стоит на стороне, он, я же не знаю, почем он ему продал. И что тут вообще произошло. И он охренел, и что-то они начали ругаться. Короче, итог произошло, что они у него, а он его, у него купил за 10 тысяч рублей, короче, вот этот предмет, который я выкупил за 200. И говорю, дружище, я здесь ни при чем, извините, я ушел, короче. Вот, говорю, чуть-чуть не дошел, говорю, ступеньки надо было спуститься, говорю, получил бы больше из этой серии. Так что, если увидишь, дружище, вот он я. Всем удачи, всем добра.